Ты когда-нибудь видел, как плачут дети? Не чтобы привлечь внимание, никогда какие-то там страдания, а когда боль читается в самом силуэте. Вот взрослые иногда тоже так плачут. И тогда это значит, что очень горько. Не как на свадьбе, а когда полная тишина. Вот когда слезы такие и столько, тогда хана.